Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю для вас видео по челленджу использовать пробники за 20 дней и хочу поделиться своими результатами, так как уже срок прошел. Ну, можно сказать, что я справилась со всем этим, так как пробничков у меня было уже оставалось очень мало, и как раз очень хорошая идея все это подрасхламить и выбросить уже, тем более по завершению года как раз, чтобы с нового года уже были все новые средства. Ну, давайте начнем. Так, первое, что я покажу от Шири, закончилась вот такая вот сыворотка, антивозрастной эффект. Да использовала я ее все-таки. У меня было там всего две полосочки осталось, покупала в магазине Fix Price. Мне она очень понравилась, действительно очень хороший эффект, можно сказать, что подтягивающий даже для лица, шеи, декольте. Как раз на этих зонах я использовала, шикарный эффект, мне подошло, мне понравилось. Ну, конечно же, он временный, но все же. Поэтому по возможности, как увижу в нашем фикс прайс такие сыворотки, сейчас пока их нет, то обязательно прикуплю. Так, все, с этим средством я справилась. Затем, сегодня вот я только использовала, сразу же выбрасываю от Chanel вот такой вот тонами крем, он был в журнале, Glamour вроде бы попадался мне. Так, ну вот тут оттенка, наверное, нет. Он такой, знаете, не светлый, как раз вот видно чуть-чуть такой, как бы, как песочного, но легкого оттенка. Ну вот, наверное, может, 30. Неплохой, но даже нет, не неплохой, скажем, мне он не подошел. Он у меня прям как-то подсушил кожу, как тинт вельвет, ультра тинт эффект написано, ну вот мат велюр, ну не знаю, мне не подошел. Сейчас вот у меня прям подсыхает кожа, так как у нас морозы, ветра сильные, у нас холодно уже, во всю зима, и поэтому кожа сохнет в таких погодных условиях. Вот средства нужны более защитные, такие защищающие, а этот нет, он у меня вот даже я нанесла, как-то вот в морщинке во все сегодня прям вот он проник, мне не понравилось, но уже не было времени умываться, потому что мы поехали по магазинам за новогодними закупками, и вот, ну, не понравилось мне, так что даже не хочу его как бы брать уже полноразмерку. Так, затем я закончила вот такой пробник от Avon серии InU с витамином С. Это максимальное сияние, сыворотка для лица. Хорошая сыворотка, такая неплохая, но она прям так пощипывала, мне кажется, немножко лицо. Она такая прям цитрусовая. Ну, пощипывания были. Но опять же, это, наверное, скорее всего, что у меня сейчас подсушена кожа. Может быть, поэтому. Вот этот крем мне понравился, неплохой антивозрастной ночной гель для лица. Смягчение, восстановление, укрепление. Неплохое средство, в принципе, можно будет взять и полноразмерку. Мне понравилось. Но эти пробнички вот мне, что сыворотка, что вот это приходили в подарок с заказами. Так, теперь далее. Ароматы. Покажу, какие я ароматы пробничков выбрасываю. От Faberlic, вот этот Urban Legend женский, не подошел мне вообще, не мой аромат, я просто не могла им вообще пользоваться, аж прям противно было, выбрасываю, вот пробовала чуть-чуть его, нет, не мое. И вот Mrs. Incognito новый аромат, старый мне нравится, Incognito очень, а вот этот, который позже появился, нет, тоже вот половину флакончика использовала и не буду больше. Вот этот вот Fleurette, у меня их было несколько до этого, но вот на момент этого как бы челленджа у меня один пробничек остался. Этот аромат мне нравится, вот его осталось вот совсем немножко, я его завтра немного использую и выброшу, так что просто показываю уже, чтобы пустышки не убирать. Так, да, использовала я от Avon Eve Duet один из них, ну такой неплохой, но не вау. Нет, все равно брать не буду, не мой аромат. Вот этот вот Avon Cherish какой-то вот, не знаю, как правильно читается, он мне не очень понравился. Классический Cherish мне нравится. О, извиняюсь.
классический череш мне нравится намного больше, прям очень нравится. А этот нет, не мой. Ну, да, использовала. Как бы не противен был. Так, теперь далее пробнички помад пойдут. Вот эту помадку я тоже пробовала. Где-то вот с утра, в обед нанесла, не могу. Она как-то полосить стала и слишком-слишком темная вообще, не мой. Не мой, не мой оттенок. Все, выбрасываю. Затем... Ну, вот это уже все, тоже сегодня я еще пользовалась. Уже, когда вот они такие маленькие, они уже полосят на губах, когда наносишь, нехорошо, выкидываю. Ну, такой сиреневатый оттенок, неплохой, кстати, увлажняет. Увлажняющий эффект хороший. Закончила вот такой оттенок. Вот, не знаю, здесь не видно ничего. Там, если что, посмотрите, где я показывала сводчи, делала, какие я брала пробники в ролике. Ссылку я скину на него в инфобоксе под видео и посмотрите. Затем вот такой вот пробник помады. Закончила. Честно доиспользовала. Следующий. Это идут... Так, вот это идут Oriflame. А вот который побольше, это Avon. Также вот это Oriflame. Вот такой чуть-чуть. Остался он тоже очень темный. Мне не понравилось полосить, но все-таки. Ну, вот этот, можно сказать, доиспользовала. Тоже от Oriflame. Также еще от Oriflame. Вот такой яркий, все, весь. И от Avon тоже яркий, такой красный. Все честно доиспользовала. В принципе, неплохие были помадки. Все увлажняющие такие, как раз то, что сейчас нужно. Ну вот, кроме вот этой, которая мне не понравилась, не подошла. А так все остальные были неплохими. Ну, вот такие небольшие. Пробую небольшая, как бы. Как сказать, небольшое количество нужно было пробничков мне использовать, потратить. Я с этим справилась, я считаю. Ну, вот это все уже завтра утром как раз. Еще поедем в парикмахерскую, в магазин зайдем. Ну, я вот прям вот этим ароматом, парфюмом воспользуюсь и уже выброшу. Ну, а сейчас, конечно, все остальное пойдет в мусор у меня. И завтра с утра уже выбросим. Снимаю ролик уже поздней ночью. 3 часа ночи, извиняюсь, тут по сторонним шумам. У меня машинка стирает, стиральная, все перестирываю. Сегодня генерировала всю квартиру допоздна. И чайник поставила кипятить, хочу заварить свежий чаек. И просто использую вот эти свободные минутки, чтобы сразу отснять видео, потому что сегодня уже суббота, завтра воскресенье тоже куча дел. В понедельник уже все буду отваривать на салаты, встречать сына будем. Поздно вечером сын приезжает домой на новогодние праздники, он студент у нас. Ну и вот, поэтому некогда уже будет это все снимать. Сейчас мне нужно еще снять отдельный ролик, отчет по марафону, да, использовать вот эти средства, которые застоялись до конца года, уже как бы стояли долго. Ну вот по ним тоже отчет снимаю. Ну и все. В общем, по пробничкам такой у меня отчет. Кому понравилось данное видео, нажимайте на лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши комментарии. До новых встреч и всем пока-пока.